Приветствую вас, друзья, в очередной раз. 17-й день. Лего Гарри Поттер, погнали! Ну зачем? Зачем? Ну. Очередная стойка. Друзья, кто-нибудь не может сказать, сколько этих стоек должно быть, чтобы соответствовать всем канонам? Последняя эта полка, или мы еще увидим полку, стойка, или мы еще одну увидим? Кто-нибудь в курсе? Кто-нибудь? Мне просто нравится Гарри Поттер, но я не то чтобы прям вот дикий фанат, знать там все факультеты, все там флаги этих факультетов, или что они там, университетов. Ну, кто-нибудь в курсе? Чё молчите все? Отвечайте. В общем, милый друг, если ты в курсе, сколько там этих факультетов или университетов с этими флагами, скажи мне, пожалуйста, чтобы я был готов к очередному такому неприятному сюрпризу от Лего. Нормально же общались. Чё для Лего начинаешь-то? Ну, буквально недавно же было. В каком же окошке-то было? Так, в 16-м было шахматы. В 15-м что у нас было? Снеговичок. Значит, в 13-м было, по-моему. В 13-м. Сегодня 17-е. 4 дня назад. Вы издеваетесь. Чё мне с этими стойками делать? Солить их, что ли? Куда это все нужно? Хотя смотрится достаточно интересно. Не, на самом деле, если вам надо украсить то что-нибудь, то выглядит это весьма неплохо. Ой, по-моему, желто-черный, да? Кстати, по цветам желтый и черный. Тут только красного не хватает, чтобы я прям вот пищал от удовольствия, потому что что? Правильно, мои любимые цвета желтый, черный и красный. А сочетание желтого и черного меня просто восхищает. Они так классно сочетаются. И это мой самый любимый флаг. Самая любимая стойка. Неважно, к какому факультету или чему-то там он относится, университету. Это самая классная стойка. Тупо потому, что цветовая гамма мне ближе всего. Такие дела, друзья. Говорить тут особо не о чем. Очередной не очень. Что такая пауза тут, блин, длительная. Подыскивал хорошие слова. Ой, а что тут? А, это клеймо Лего, но оно так выглядит, как будто пластик потертый. В общем, очередной ненужный по факту подарок. Нет, не нужны. И еще одна доп. Деталька. Вот так, скромненько сегодня. Быстренько, ну потому что нет смысла болтать об этом. Мы уже видели 3 таких стойки, это 4-я. Что тут еще сказать? Ничего. Только хочу вас поблагодарить за то, что посмотрели это видео, другие видео, пишите комментарии, оставляйте ваши драгоценнейшие лайки. Ну, может, кто-то из вас даже репосты делает. Мега молодцы. А если вы еще и подписаны и колокольчик жамкнули, то мне вам даже кроме как вы огромнейшие молодцы, нечего сказать. Ладно, шутки шутками, но я на самом деле искренне благодарен всем тем, кому нравится то, что я делаю. Да, вас немного, но вы, как говорится, все мои. И мне это нравится, что у нас такой теплый здесь уголок. Никакого срача, никаких говнокомментариев. Только теплота, уют и, так сказать, ламповость. О, красота получилась. В общем, друзья, я ставлю вам лайк за нашу ламповость. И говорю, что увидимся уже вечером, когда я выпущу еще один обзор на календарь от Mega Constructs. Будем надеяться, что он нам не подложит свинью. Хотя, честно, я знаю, что там уже не будет нормальных подарков. Да,
Помните, там сзади были фотографии всех подарков. И я с дуру вчера глянул и так сильно расстроился, что уже ничего не жду от этого календаря. Но об этом позже. Друзья, еще раз благодарю за внимание. Всего вам доброго. И помните, канал «Сын, отец и игрушки». Создаем коллекцию вместе. Всего вам доброго. Всего хорошего. Прекрасного настроения. И увидимся чуть позже. Пока-пока-пока.